Пятый этаж. Представляете, пятый этаж. Крыса ползет по стене. Непростой период у крыс. От весеннего обострения они лезут по стенам, ищут тепло, уют и питание. И шокируют людей своим видом и способностями. На Георгия Исакова недавно крыса вылезла из унитаза. А спайдер-крысы покоряли дом на Попова, 96. Когда я зашла на кухню, смотрю, птички вьются. Я думаю, что такое там, кипишь птичками. Открываю шторку, а у меня напротив, получается, у меня кухонное окно вот сюда выходит, а вот на этой стороне просто крыса ползет на пятом этаже. А у соседей окошки все открыты, сеток нету. То есть она пыталась уже в квартиру в чью-то просто прыгнуть. Ну, я на самом деле в шоке была. Это еще хорошо, что у крыс нет рук и ног. Но вот что есть, так это мозг и природная хитрость. Быстро высь, паутина! Шазам! Давай, 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 паутина, давай! Вместо паутины у крыс другая суперспособность – зубы. Они растут всю жизнь и могут прогрызать железо и бетон. Они могут проплыть 29 километров, могут плыть до 3 суток. И за раз? За раз, да. По сточным трубам они очень хорошо ползают, проходят свои пути, а потом подныривают в унитаз. Это уже как бы доказано, что они задерживают дыхание, всплывают там, где им. Еще интересный факт, что они могут из бутылки хвостиком пить пиво. Они очень любят пиво. Напьются, а потом лезут на стены. И да, даже 25-й этаж для них не предел. Главное, чтобы было за что зацепиться. То есть теоретически им по плечу любой дом, что кирпичный, что панельный. Кстати, размножаются крысы по 8-15 штук за раз. И на вынос потомства им нужно всего 25 дней. Вот это соседи. Вот Сына. Эти вот все дыры, которые вот есть около отмостки, они до такой степени уже этими крысами отполированы, да, что вот они постоянно туда-сюда бегают, они и по улице бегают. Управляющая компания закрывает отверстия кусками пенопласта, негодует Михаил. Некоторые жильцы бетонируют дыры сами. Я с маленьким ребенком, с годовалым выхожу, и вот здесь за дверью была дырка. И они из этой дырки кидались на ноги, просто шипели. На самом деле подъезд в ужасном состоянии. Если в тех подъездах хотя бы ремонт сделали, наши два подъезда, не хватило денег. Вон она бежит. Вон она. Жильцы регулярно обращаются в УК. Крыс травят, а результата нет. Вот, вынесла вам специально посмотреть, сколько я уже написала писем и сколько мне ответов пришло из администрации. Ну, ВОЗ и ныне там. Нам один ответ всегда нет денег, а там они гроздями висят на мусорном баке. С руководством сначала согласовывайте, никто с вами общаться не будет. Пусть руководитель дает указания кому-то, и назад приемный звоните, так что никто с вами разговаривать не будет без команды руководителя. С руководством УК нам связаться не удалось. Но проблема жильцов была, есть и будет актуальна до масштабной протравки. А тем, у кого крысы пока не машут с подоконника, эксперты советуют соблюдать чистоту и закрывать окна и двери.